Еще раз всем привет. Мы подарок купили. Я, получается, подарок сходил, купил. Вот такие подарки, которые я сейчас вам подарок покажу. Этот подарок будут, в принципе, давать в школе. Детям будут давать, там, например, от соцзащиты будут особенно давать там. Ну, куда-нибудь вы на елку, например, поедете, если поедете, потому что сейчас елки отменяют большинство. Так что вот, если вы даже куда-то поедете, ну или может уже поехали, может уже такой получили подарок. То есть сейчас я вам покажу для тех людей, но меня просто просили люди снять подарок. Просто сейчас подарки, мы покупать лично подарок. Мы вот один купили, я чисто один подарок себе купил для того, чтобы просто видео снять, показать зрителям своим, какие подарки сейчас идут. А так, в принципе, сейчас подарки, я думаю, нету смысла покупать, потому что, ну, легче вот, например, смотрите, купить конфеты, да, 200 грамм. 200 грамм таких конфет купить, 200 грамм таких на килограмм, да, вот, например, если вы рассчитываете. 200 грамм таких конфет купили, шоколадок купили, еще каких-то разных конфет. Потому что в подарке очень мало конфет идут, и смысла брать вообще нету. Вот я вам 100% уверен. Ну, кого килограмм, да, подарок идет, и там, понимаете, там... разнообразие, как вот раньше были, да, подарки, где там разные конфеты, 100 грамм такие, 100 грамм такие, и на килограмм там столько конфет. Почему раньше все подарки любили покупать, потому что там разнообразие больше было, там и шоколадки, и киндеры даже раньше ложили. И ты только покупаешь, вах, скажешь, вот за такую цену, и там разнообразие такого было много. Сейчас как такого разнообразия вообще нету. Вот, друзья, сейчас будем подарок открывать, посмотрим, что там находится, я вам покажу. Сейчас я его раскладу, подарок, и посмотрим, что там находится. Шоколад вот такой вот. Видно, что он весь помятый. Помятый, короче, шоколад положили. Сейчас я разложу здесь все. Ну и посмотрите, что здесь вообще находится. Вы сейчас просто ужаснетесь, что здесь находится. То есть... ну, как такового разнообразия в этих подарках вообще нету. Потому что в том году и даже позапрошлом году было намного лучше. А здесь вообще, это что такое-то? Что за подарок-то? Самые, короче, дешевые конфеты, какие есть, вот самые-самые дешманские. Взяли, положили сюда и все. И ужас. В том году был подарок намного красивее. Вот, друзья, вот такой подарок идет. Вот если вы в школе учитесь, да, ученики, например, или куда-нибудь на елку идете, если пойдете, может, уже сходили сегодня, 28 число, в принципе, уже должны сходить. Вот такие подарки дают. Они вот в такой упаковке были. Вот такой упаковки. Ну, не знаю, упаковки, в принципе, могут, наверное, разными цветами быть. Это красное. Ну, то, что рисунок будет, может быть, одинаковый. Вот такие вот конфеты. То есть, вот эти вот конфеты, да, вот эти... вот эти вот конфеты паркур, это самые дешевые идут шоколадки. Вот эта шоколадка, она, в принципе, тоже самая дешевая. Шоколад называется пористый классик Победа. В принципе, самая дешевая. Короче, скудный. Нету никакого разнообразия, как раньше было. Ну, здесь даже, я не знаю, килограмм, наверное, не будет. Килограмм, наверное, не будет. Сейчас посмотрим, сколько здесь... то есть на упаковке не будет написано, сколько грамм. Сейчас я посмотрю. 800 грамм даже. Да и, блин, я даже 800 грамм-то здесь не могу поверить, что здесь 800 грамм. Раньше подарки были, даже 2 килограмма продавали. То есть... они вот специально вот такие вот шоколадки большие ложат, беспонтовые, которые самые дешевые, чтобы веса как бы было. И все, ну потому что им это... ну, короче, легче вот самому купить просто конфеты, чем эти подарки брать. Здесь нету никакого киндера, там еще что-то, каких-то там шоколадных конфет нету. Вот пару штук положили, каких-то шоколадных конфет, и все.
Сейчас вместо вот что уложит, вместо шоколадных конфет. То есть такой подарок, короче, скудный. Просто разочаровал. Разочаровался в подарок. Напишите, что думаете, как вам подарок вообще. Я думаю, беспонтовый вообще, ужас вообще стрёмный. Эх, друзья, я просто вообще разочаровался. Какие раньше подарки, когда я был маленький. Какие раньше подарки делали, когда я был маленький. Ты так весь год ждешь Новый год, этот подарок открываешь. Какое там было разнообразие. Какие раньше подарки делали. То есть там на килограмм даже там какие подарки были, ё-моё. Там 2-3 шоколадки было, там даже 3 шоколадки больших ложили. Здесь одну положили, шоколадку всю помятую. Раньше такие подарки делали, что там фиг чё и замнётся, там такие крепкие были. Какие-то разные раньше коробки делали даже. Прикиньте, сейчас какие-то подарки фуфел делают, раньше какие-то... Какие раньше подарки делали? Коробки какие-то в виде машинок были. Какие-то в виде замка, в виде елок были. Какие раньше? Ну сейчас, какие раньше подарки были? Сейчас конфетку я... какие раньше были подарки. Хотел поностальгировать, там подарок открыть, вспомнить детство. А туда же вспоминать ничего. Те, вот эти... Все шоколадки, не все помятые. Вот все помятые. Конфеты все, все помяты. Как будто бы его взяли футболом, играли этим подарком. Но сейчас понимаете, если вы бесплатный подарок покупаете, может где-то можно купить хороший подарок. Я не спорю. Понимаете, можно самому сходить куда-нибудь, даже в абсолютный килограмм, вот килограмм. Ну, короче, берете 1000 рублей, я вам честно скажу, 1000, да? Или на 1000 рублей можете, знаете, сколько конфет хороших, ведь разного типа. Дорого, конечно, 1000 рублей на конфет тратить, но это будет намного лучше. Даже 2000 на Новый год можно купить конфет, вот столько, ну если вы сладкоежка. Столько можно купить, и что будет намного лучше. А вот это что, что подарки покупать, да? Вот смотрите, вы такой подарок за 800 грамм, да, например, 800 грамм, самый дешевый, захотите, например... Там за 500 рублей его купить. Прикиньте, 500 рублей он будет стоить, например. Примерно, я говорю, цену. Вы такие на 500 рублей купили. Хотя на 500 рублей вы можете больше конфет купить. Купили вы такую, открыли. И челюсть у вас отвисла. То есть, ну... Даже если за 250 рублей такое брать. Можно в светофор вот сходить, да, в светофор. За 250 рублей даже вот, вот таких вот шоколадок купить одних. За 250 рублей. Там будет больше. Там будет где-то 500 грамм, наверное. Больше будет шоколадок. Вот такую можно купить за 100 рублей, наверное. Ну, может, даже дешевле, не знаю. Пошли, купили, все. То есть, вот. То есть, ну, нищий подарок, нищий. Так что не покупайте эти подарки. Если вы когда подарок лучше будете покупать, сразу его там на кассе прям открываете. Если вам не понравится, нафиг. Могут, короче, коробку такую сделать, большую подарок, а там будет вот такой фитилек конфет, и все, и вы будете говорить, о, и все. И... Так что всем пока, друзья, вот такой сегодня подарок был. Конечно, это не сравнится, когда вот в 2005 году подарки были, в 2006, в 2010 даже вот были раньше подарки. Раньше всем давали бесплатно подарки, там, кто работает, не работает, всем. В школе всем тоже иногда давали подарки бесплатно. Но это раньше было, честно. Сейчас везде деньги есть. И то, например, вы в школе будете за подарки, наверное, рублей 700, 800, даже 1000, наверное, будете уже за подарки сдавать. И вы, прикиньте, вы сдали на подарок рублей 700, да, например, примерно, говорю. Может, даже больше, я не знаю. И вам такой подарок дали. И такие думали, за что я эти деньги 700 рублей даже отдал, за что? На 700 рублей можно конфет, можно вот таких на 700 рублей купить, знаете, штуки 5 шоколадок купить, у вот таких самых дешевых.
У таких конфет за 250 рублей.